Здорово! Сегодня не будет никаких серьезных мыслей. Я вот лично вообще не хочу заморачиваться на эту мрачную хрень. Я просто пожелаю вам классного дня и хорошего настроения. Весь день. Так что вы смотрите, а я в отпуск погнал. В этом выпуске мойщик поп, милая белочка, бабулин лайфхак, будни инстативы и многое другое. Вот это видео довольно предсказуемое, но, возможно, в этом и его кайф. Мы-то уже с первой секунды понимаем, чем дело закончится, а вот операторше только предстоит это узнать. Милая белочка. Ну это же надо, вот идем разговариваем о том, что ой, белочку бы увидеть где-нибудь в лесу. А она сидит, она тут сидит, да, ах ты ляль. Ну кому ля-ля, кому обезумевшая белка-убийца. Ах ты ляль. Да эта рыжая бестия чуть несчастную женщину к праотцам не отправила. Это ж какой ширины должно быть личное пространство Бельчанского, раз он с полметра уже бычить начал? Камеру вырубай! А может, у белки реально бешенство? Вы только посмотрите на ее морду. Фоткаешь, нет? Да. Давай фоткай. Хотя не, вроде это просто паутина. По всей видимости, эта липкая хрень ей весь орехолокатор закрыла. А тут еще эта сюсюкающая дама подваливает. Она тут сидит? Да. В общем, на мой взгляд, данного конфликта избежать было нельзя. Так что операторше остается либо с этим смириться, либо грамотно расставить ловушки и покарать охреневшего говнюка. Одни люди угощают пивом, другие чаем с тортиком. Ну а оператор следующего видео расщедрился и преподнес своему корешу прям царский подгон. Автомобильный хулиган. Ты за меня заплатишь? Обещай. Повелся лошара. Никто за тебя платить не будет. Беги, Санек, убегай! Ты за меня заплатишь? Обещай. Естественно. Ладно, может и заплатит. Я не знаю, чем у них там дело закончилось, как, впрочем, и началось. Да блин, зачем вообще простому человеку понадобилось втащить головой беззащитной машинке? Что ты хочешь с ним сделать? Уничтожить. Точно. Может, это такой идейный разрушитель неподвижных предметов? Сперва он начинал с чего-то менее дорогостоящего. Я въезжаю в стройку. Ну а со временем амбиции начали расти. Вот теперь он и ищет спонсоров. Ты за меня заплатишь? Обещай. И напоследок я бы хотел отметить профессионализм парниши, ведь он сумел разбить стекло с первого удара. Красавчик. Достойный пример для одного нашего давнего знакомого, который только делает первые шаги на данном поприще. Да, да обещаю. Окей, давай. Только нормально. За свою жизнь мне удосужилось побывать в самых разных гостиничных номерах. Но об удобствах, которые получил постоялец из следующего видео, я даже и мечтать не смел. Со всеми удобствами. Номер гостиница Солзайсанда. Очень удобно. Сразу раковина, душевая, видите? И вот, короче, и вот. Это что, ну, если болтаешь, зато удобно. Там кто за столом чай пьет, а ты здесь сидишь, разговариваешь. О, вот это я понимаю. Люкс, комфорт. Спальня, сральня, душевая, да еще и переговорная в одном флаконе. Это что, ну, если болтаешь, зато удобно. Там кто за столом чай пьет, а ты здесь сидишь, разговариваешь. Нравится! Кто? Ну, кто это сделал? И почему они посчитали это нормальным? Вы от какой организации? В какой организации? Роботехника 2. Как, по мнению этих горе-дизайнеров, должен проходить день человека, который в этом санатории сатаны поселился? Я проснулся в 4 часа утра и срал, а потом спал. И что? Хотя, вы знаете, я готов закрыть глаза на многое. На унитаз напротив стола, на разрезанный пополам ковер на полу. Но там же двуспальная, сука, кровать. Ну вот ты приехал с девушкой, снял себе номер, и вдруг клапан поджал, что делать? Не бежать же на крыльцо личину стравливать, во-первых. Это не культурно. А во-вторых, не факт, что потом убирать не заставят. Иди убирай свое говно из крыльца. С крыльца убирай. Что такое срать? Иди убирай. Иди давай. Так что выход остается один. А именно, выводить отношения на новый непостижимый ранее уровень. Но согласитесь, не каждая пара на такое готова. Разве что это. А сейчас приготовьтесь увидеть самый быстрый в мире фокус с перевоплощением. Всего пара секунд, отвечаю. Будни инстадивы. Бум! Видали? Чувак и глазом моргнуть не успел, как его дама из Золушки в тыкву превратилась. Не-не-не-не-не-не-не-не! Нет, нет, Дэвид Блейн, нет! И вот как ее обратно вернуть, я, честно говоря, ума не приложу. Хотя есть у меня на примете один вариантик. А играет у нас советский марш прощания славянки специально для Оли Зайц, которая жила в моей квартире год. Не вижу тебя! О, не-не-не, это слишком жестко. Уверен, есть способы и попроще. Но вообще-то мужик сам виноват. Видно же, что это два совершенно разных человека. С фальшивкой. Так-то по уму надо было выбирать ту девочку, которая на фотке, а не ту, которая на кухне стоит. Чуешь разницу? Чуешь? Ну а теперь-то уже все, поздняк, ничего не поделаешь. Можно, конечно, и дальше сидеть на кухне и кусать локти, но я думаю, мужик все-таки найдет способ донести до своей половинки месседж, что фотошопить себя в инсте — это очень плохо. Любой человек знает, что овощи и фрукты вкуснее всего не в магазинах, а на рынке. А знаете почему? Нет, не торопитесь с ответом, сейчас сами все увидите. Бабулин лайфхак. Вот же он! Секретный ингредиент, делающий хавку вкуснее. Все по заветам доктора Попова, между прочим. Это живой огурец. Смочить слюной. Я прям ощущаю волны негатива, которые вы источаете по ту сторону экрана. Но, блин, разве вас в детстве мама не учила мыть овощи и фрукты? Ну, так-то да. Хотя чего это я? Тетка, между прочим, именно этим и занимается. Вон как старательно тряпочкой огурцовой жопки натирает. Попу мыть нужно каждый день. Ладно, я тоже в диком шоке от увиденного. Пульверизатор ведь всего 50 рубасов стоит. Сколько? Да ты жо... Сука. Так что теперь придется, не знаю, заказывать огурчики напрямую с базы. Ну а что еще остается? Соседа попросил работать на огурцах. Говорю, привези мне огурчиков. Все профессии важны. Но вот к некоторым люди относятся крайне несерьезно. Вот, например, этот мужик столкнулся с трудовой дискриминацией. Мойщик поп. Настя. Вика. Да. Вика, Настя. Смотрите, у вас... грязную попу. Я могу вам просто можно, освоить бесплатно. Дублетка. Потрогал. Дублетка. Мало есть. Ну так что там? Согласились или нет? Мужик ведь и услугу предложил, и цену обозначил. Бесплатно. А глядя на первые секунды видоса, становится ясно, что девчули и вправду нуждаются в основательной чистке. Я грязная. Как жаль, что падение телефона оставило нас в неведении. Хотя вот эта оброненная фраза... Можно, почти. Намекает, что мужик таки не остался без шабашки. Можно, почти. Бесплатно. Я, наверное, соглашусь. Ну да, может показаться, что этот мой додыр извращенец что-то недоброе замыслил. Но лично мне кажется, что он просто руководствуется одним крайне важным правилом, а именно... Попу мыть нужно каждый день. Жизнь зла, полюбишь и кота. Даже вот такого. Домашний убивец. Вот ведь мохнатый чепушила, такую женщину чуть не угробил. Не, ну вот только гляньте на его ехидные усища. О май! Я сказал усища! Алло, меня кто-нибудь слушает? Атас, пацаны! Надо сказать, что этот полосатый киллер умеет выжидать правильный момент. Девчуля ведь была абсолютно беззащитна. Мало того, что в одних трусах, так еще и в максимально уязвимой позиции. Да, я понимаю, что при просмотре видоса сложно смотреть куда-либо помимо нижнего левого угла. Но вот только зацените реакцию кошака. Он отскочил на безопасное расстояние и удостоверился, что дело сделано. Умер, что ли? А умер было бы. В общем, очевидно, что за этим негодником нужен глаз да глаз, и лучше его держать подальше от зеркал в доме. Ну и от девушки тоже, чтобы потом вот не было таких вот досадных моментов. Какой может быть день рождения без поздравительного торта? Да никакой! Ну разве что вот этот. Поздравление года! Все! Все! Понимаете, тортика больше нет. Он улетел, но он обещал вернуться. Вот стоило оно того. Не могли, что ли, взять парня за шкирку и просто треснуть его лицом в стол? То есть в торт. Ну а теперь только и остается, что его со стены слизывать. Полетел! И это при условии, что на пути торта никакого другого препятствия не возникло. Знаете, что меня реально злит? Кто-то ведь убил на создание этого торта несколько часов своей жизни. А они просрали его за 2 секунды и даже промахнулись в итоге. Сволочи поганые. В общем, чуваки, если вы нас смотрите, держите установку. Новый торт раздобыть, попытку поздравления повторить. Вольно. Стать мастером по ремонту техники может каждый. Достаточно просто закрыть глаза и поверить в это. Ну, а еще нужна палка. Без палки никак. Потяняй, мастер. Хочет, не может. Починил. Yeah! Получилось! Теперь можно снова клипы Розенбаума и Лепса под запивон смотреть. Мы пьем! Мы пьем! Выйти! Правда, на экране какая-то хрень включилась. Блин, да это же камера наблюдения! Походу, этот охранник какую-то важную драму из соседнего гаража пропускал. Вот и мутузил телек, что есть силы. Ты кто такой, сука? Чтобы это сделать. И селенок у этого мастера-ремонтника, ого-го. Бедный ящик аж трещину пустил от постоянных воспитательных экзекуций. Иди работай, сука. В общем, знаете что? Я думаю, мужику надо выпить чаю и расслабиться. Вот этого самого чаю. Хотя нет, наверное, лучше не надо. А то он, видать, его в прошлый раз неправильно заварил, вот его и штырить начало не по-детски. И вы бегаете прямо, работаете, у вас прямо жажда деятельности. Просто вообще... Просто... Все знают, что голуби — это птицы мира. Но иногда они прилетают к людям с другой, я бы даже сказал, крайне неожиданной целью. Похотливый голубок. О май гад. Wow, I've never, ever... Ну, естественно, ты никогда такого не видел. Потому что если видел, то отчетливо понимал, что твою обувь только что нагло и бесцеремонно... И самое время салфеточку искать. Вот это кто будет убирать? Ты, сука, будешь это убирать или нет? Блин, ну меня просто сражает наповал ход мысли оператора. Он ведь даже написал «She chose me», то есть она выбрала меня. Да, конечно, она. Чувак, наверное, из тех особо любознательных людей, которые до глубокой седины продолжают многому удивляться в жизни. Офигеть, это сиамский... Сиамская лягушка. Кстати, надо отдать должное голубю. Нет, ну он, конечно, тот еще фуд-фетишист. Но перед тем, как расчехляться, очень даже мило и галантно пытался ухаживать за кроссовочком. Так неожиданно и приятно. Блин, где-то я уже видел подобные движения, но где? Точно. Стоп. Тогда получается, что... О, нет! Котя, беги! Впрочем, это уже совсем другая история. В любом творчестве самое важное — это признание. И поэтому я даже немного завидую девчуле из следующего видео. Ведь у нее с этим делом проблем вообще нет. Оскар за лучшие аплодисменты! Ночь плывет, и мы за ней. Мир таинственных огней. Эх. Душевно поет. Так душевно, что аж Джейсону Стэттему позади понравилось. Я просто похлопаю. И когда я говорю «понравилось», я имею в виду, что прям очень сильно понравилось. Меня уже узнают. Меня уже узнают на улице. Спасибо. Меня уже узнают на улице благодаря моему блогу, благодаря тому, что я, ну там, с блогерами тусуюсь частенько. Да. Как вам? Сука, ну я не могу с этого Фантомаса. Он будто серийный маньячелло, который вернулся с того света, чтобы зааплодировать до смерти своих жертв. Еще можно одни аплодисменты, даме, и все. Можете как-то? Ладно, не урчи. Еще и репортер под люк его подначивает. Еще можно одни аплодисменты, даме. Зачем? Я хочу. Блин, до этого персонажа надо за деньги на всякие массовки нанимать. Какие? Да вот такие, например. Нужен комплексный подход к жилищно-коммунальной сфере. Мы вернем доверие харьковчан. Но вообще мужик, конечно, молодец. Не остался равнодушным и выразил все, что на душе лежало. А пивунья пусть на него не обижается, ибо не все слушатели в ее карьере будут настолько же добродушными. Очень плохая музыка. Очень. А сейчас я с гордостью представляю вам самого ловкого человека из ныне живущих. В общем, без лишних слов, узрите! Ловкач недели! Ну а как вам такое? В руках пиво, ребенок и еще мяч поймал. Господи, у него словно 3 руки. Это удивительно. Вы видели это? Чувак одновременно поймал мяч и не отпустил пиво. Ну и еще ребенка подхватить умудрился. Но это так, мелочи. Ну ты в натуре, кабан. Ладно, я специально утрирую ситуацию, лишь бы снизить свой личный градус переживания от увиденного. Но, блин, этот долбоящер отпустил ребенка, чтобы той же рукой поймать мяч. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Отпустил ребенка. Не пиво, а ребенка. Пиве, твоя сила и мудрость. Честно говоря, я до сих пор не верю, что это произошло на самом деле. Как, впрочем, и дед на заднем плане. Ох ты, сука, сволочь. А вот паренек этажом выше явно получил килотонну эндорфинов от увиденного. Вы только посмотрите на эти довольные щи. That's amazing. Ладно, давайте не будем героизировать этого ловкого засранца, ибо он этого реально не заслужил. И если рассуждать здраво и трезво, то вместо каких-либо восторгов и аплодисментов... Этому человеку нужно разбить нос. Народная медицина – это прям отдельный мир. Например, все знают, что если к оторванной руке приложить подорожник, то кровь остановится. А если зеленкой сверху помазать, то и новая рука отрастет. Но что насчет народной пластической хирургии? Слыхали о такой? Природный косметолог. Ребятушки, у нас появилась новая услуга. Увеличение губ пчелоужаливанию. Сама губа не контролируется, размер ее может натянуть на все. Ну, кому как пойдет, ребята, очень хорошие результаты, бесплатно. Обращайтесь, звоните, ссылочку я прикреплю. Ну чё, как вам? Уже заинтересовались? На зря! Ну да, во дворе могут начать дразнить губошлепом или чем-то еще пообиднее, но зато от дамочек отбоя точно не будет. Самки, сделаю кунилингус вам. Бесплатно. Челябинск. Димочка, 20 лет пошлый. Правда, все же некоторые побочки у этого хирургического метода такие имеются. Например, при некоторой доле вероятности может критануть и увеличиться не только губа, но и еще кое-что. Нет, не то место, другое. Ну а вообще пусть парниша и заливает про... Это очень хорошие результаты, бесплатно. Но на мой взгляд, он чуточку брешет, и свою инъекцию пчелиного ботокса он получил другим способом. Небось по лесу пчел медок... Ну а у перепончатокрылых было другое мнение на этот счет. Этому человеку нужно разбить нос. При должном подходе и утюг может превратиться в средство выживания. Не верите? Ну, смотрите сами. Спасительный утюг. Вот что люди хотят, что придумываешь, лишь бы, чтобы похмелиться. А слушай, сейчас самый прикол, прикинь, она разобьется. Оно сработало! Сработало, несмотря на все эти ехидные смешки за спиной, которые вполне можно было заменить на что-нибудь более полезное. Широкой делайте! Широкой на широкой! Андрей, помоги ему развернуть! Широкой на широкой! Уйди, дурак! Походу, мужик на балконе совсем недавно вел переговоры с удерживающими его террористами, то есть с женой. Отпусти меня к Сереге, пожалуйста. Водки попить маленько. Но переговоры провалились, вот и пришлось воспользоваться опцией помощь друга. Трубы горят, дай опохмелиться. А если бы не было утюга, то все, кирдык. Ну или не кирдык. Спрыгнул бы вниз, а друган бы его на руки поймал. Наташа, смотри. Я Паша теперь на руках ношу. Хорошо еще, что эти двое не додумались водку к креслу привязать. Ну а вообще, мужики, хватит жить в прошлом. 21 век на дворе, ё-моё. Самое время осваивать новые технологии, а не утюги с балкона спускать. Готово. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Впереди вас ждет охренительный музыкальный номер. Это был +100500. Меня зовут Максим. Пока.